Samsung Galaxy здесь плюс. Состояние по корпусу. Экран без царапин. Рамка в хорошем состоянии. Здесь вот такие маленькие потертости. Задняя крышка. Вот здесь вот есть царапинка. И также угол сколот. Ничего критичного нету. Не отваливается, не отходит, не отклеивается. Так, комплект из-под него. Здесь шнур. Переходничок. Наушники. Блок питания не оригинальный, от другого телефона. Также есть чек. Покупался за 62 900. Шестого 09/19 года. Так, разблокировка по лицу я добавил заранее. То есть вот она срабатывает. Так, требует пароль. Отпечаток пальца. Тоже работает. Сим-карта вставлена. 4G ловит. Wi-Fi. Прием есть. Samsung аккаунта нет. Выгораний на экране тоже нету. Экран в хорошем состоянии. Ни желтых пятен, ни засветов. Память 8 на 128. Камера задняя, передняя. Кнопки громкости минус, плюс работают, не залипают. Дополнительная кнопка тоже срабатывает. Раз. Микрофоны, динамики работают. До этого все было проверено. И порт Type-C не люфтит, держится хорошо. Заряд поступает. Нурлан Сабуров. Добрый вечер. Здравствуйте. Динамик громкий, не фонит. В принципе, телефон полностью исправен, за исключением вот одного косяка. Хоть и на гарантии до осени, но по сути гарантия пропадает вот из-за этого.